Следователи Барановичей пытаются восполнить провалы в памяти у местного афериста. Автожулик, задержанный накануне, не может вспомнить, сколько точно человек он обманул. 29-летний официально безработный мужчина свой бизнес построил исключительно на блефе. Находил клиентов, представлялся им автослесарем «Золотые руки» и обещал починить машину. Вот только вместо ремонта авто он их продавал. Серая контора работала 2 года. За это время совершено как минимум 8 подобных сделок. Ущерб – 800 миллионов рублей. Оперативники нашли уже 3 автомобиля. Один из них был в разобранном состоянии. СК просит пострадавших обратиться в дежурную службу областного управления.